В Урупском районе открылся первый в республике центр общения старшего поколения. Базой для центра стало здание клиентской службы Социального фонда России по Карачаево-Черкесии. Торжественная церемония открытия прошла в станице Преградной. Подробности у Али Баташева. Красная лента перерезана, центр досуга открыт. Кроме множества высоких гостей, радость торжества подчеркивал музыкальный подарок от группы «Иволга». Ой, ты Маруся, русая коза, ой, ты Маруся, девичья краса. Несколько компьютеров, подключенных к интернету, библиотека, шахматы, уголок здоровья, где можно померить давление и при необходимости оказать первую медицинскую помощь. Все это для того, чтобы каждый посетитель мог украсить свой досуг и пообщаться со сверстниками, говорили собравшиеся. По Российской Федерации социальный фонд открыл на сегодняшний день около 100 таких центров в 73 регионах. И мы вот сегодня 74-й регион, который тоже вступили в эту программу. В любом обществе забота о старшем поколении – это должно быть свято. Поэтому я, во-первых, поздравляю с открытием. Во-вторых, огромное спасибо вам. А пожилым людям я желаю крепкого здоровья, позитива. Каждый позитив, она продляет на несколько лет жизни, поэтому, чтобы в этот центр приносил вам радость. В центре досуга планируют организовать шахматный клуб, проводить различные конкурсы и мастер-классы по рукоделию, декоративно-прикладному творчеству и кулинарии, лекции по финансовой и пенсионной грамотности, юридические консультации, приглашать интересных гостей. Пенсионер Людмила Стригина считает, что открытие центра для людей старшего поколения – это возможность развиваться и делать жизнь более интересной. От имени людей серебряного возраста хочу сказать, что идея открытия дома для взрослого населения в Урупском районе сама по себе идея хороша и нужна. Ну не только же мы на огородах живем. Нам хочется встречаться, общаться, вспоминать. Ну а без компьютеров сегодня жизнь просто невозможна. Мы идем в ногу со временем. Сюда будут люди приходить, будут немножко и отдыхать, и выпустят пар, расскажут о своих этих... И мы, естественно, будем сообща решать, помогать друг другу и людям. Первые посетители центра с удовольствием пообщались с серебряными волонтерами, прибывшими из республиканской столицы. Али Баташев, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаево-Черкесия, Урупский район.